Для людей с ограниченными возможностями здоровья выделят рабочие места. В следующем году вступает в силу новый закон, согласно которому организации даже с небольшим штатом обязаны принимать на работу инвалидов. Сегодня на бирже труда состоит более 130 людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприниматели Якутска начинают принимать на работу эту категорию граждан. Так, к примеру, в ресторане «Тато Хана» из числа 20 сотрудников работает и 5 инвалидов, что соответствует квоте нового закона. Готовим наших работодателей, чтобы они уже и в штатном расписании, да, и места и так далее определили для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Это в первую очередь для инвалидов, для несовершеннолетних граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и для граждан, которые вот освобождаются из мест лишения свободы. Инвалидов штат пока думаем, потому что у нас торговый зал не позволяет, здание маленькое. А так, если расширимся, будем думать, конечно, потому что мои же выпускники вместе же со мной работают. Мне легко общаться с ними.